Добрый день. Я командир подразделения специального назначения Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. Хочу сказать такие слова. В стране практически идет война. На стражу границы стали не только фронтовики, но и тыловой фронт, который работает на благо нашего государства. Фактически план «Новороссия» был уничтожен и остановлен благодаря не только патриотизму нашего населения, а и благодаря вам, наши помощники, наши волонтеры, наш народный проект. Хочется сказать слова благодарности вам. Спасибо вам большое за вашу помощь. Мы стали сильнее, мы стали более экипированные, мы стали более маневреннее благодаря вам. Ребята на данный момент выполняют разные задачи, как и в зоне АТО, так и на крымском направлении, так и на приднестровской границе. Вместе мы победим и будем твердо стоять на страже границы. Слава Украине!